Нужны души на открытие паков или хочешь быстро проходить башни? Заходи на Dark Gold. Куча душ на iOS и Android, алмазные персонажи и снаряжение башни. Для игроков на iOS доступны уникальные предложения, чтобы максимально прокачать аккаунт. А также невероятно прокачанные аккаунты. Периодически проводятся розыгрыши и временные скидки на различные товары. Магазин принимает оплату в любой валюте и имеет огромное количество отзывов. Все качественно, быстро и очень дешево. Ссылка и мой промокод на бонус в описании. Рекомендую принять участие в розыгрыше алмазных персонажей и душ от магазина Dark Gold. Также у них сейчас проходят скидки более 50% на души. Все ссылки находятся в описании. Принимайте участие в розыгрыше и прокачивайте свой аккаунт вместе с магазином Dark Gold. Привет, это DarkX. Сегодня мы будем открывать секретные наборы в Mortal Kombat Mobile. Эти наборы доступны только у меня, и они полностью бесплатные. Откроем один набор с алмазкой, один набор с золотым персонажем и душами, и один набор с золотым персонажем и монетами. А я напоминаю, что это уже третий ролик, когда мы прокачиваем вот этот слабый аккаунт. И в данный момент коллекция у нас выглядит вот так. Имеется много золота, имеется несколько алмазных персонажей. Но золота имеется достаточно много, даже Нубсайбот ящерица уже есть. Рекомендую посмотреть предыдущие ролики с этим аккаунтом, если вы их не видели. Также напоминаю, что прямо сейчас проходит розыгрыш алмазок и душ. Принять участие можно по ссылке в описании. Ну а если вы хотите выгодно купить души по очень низким ценам, то рекомендую воспользоваться скидками более 50% в магазине Dark Gold. Ссылка на магазин в описании. Итак, самый интересный набор у нас, конечно же, алмазный набор «Новый боец», ведь он содержит случайного алмазного персонажа из МК-11, ну и также 5000 монет, но это для нас не особо важно. То есть это гарантированная алмазка МК-11. Выпасть может абсолютно любой перс МК-11, хоть даже Люкан МК-11, Синдл, Ночной Волк, Фуджин, абсолютно любой. Нет никаких ограничений. Алмазный перс МК-11 может выпасть и Скорпион, и Джейд, и Кабал, ну вы поняли. Сразу мы откроем наборчик с алмазкой, потом мы откроем вот эти два набора с золотыми персонажами. Кстати, если вас интересует, вы хотите получить себе случайного алмазного персонажа из МК-11 на аккаунт, то в магазине Dark Gold имеется кое-что похожее. Они продают случайную алмазку МК-11, там тоже очень дешево. Что же, начинаем. Мы откроем сейчас бесплатный набор и получим алмазку МК-11 совершенно бесплатно. Тем самым мы прокачаем этот не особо сильный аккаунт еще больше. Итак, мы открываем набор. Какой же алмазный персонаж нам выпадет? Я хочу, чтобы выпал Люкан МК-11. Нам выпадает Скарлетт, точнее слияние на нее. Не очень, конечно, это то, что я хотел, так как Скарлетт нам просто падает из наборов за души, а отсюда можно выбить даже какой-то эксклюзивчик, но нам выпала Скарлетт. Остается еще два набора. Золотой набор «Новый боец». Отсюда мы получаем карту золотого персонажа, а также 500 душ и 5000 монет. Но золото может выпасть также. Может выпасть даже какое-то эксклюзивное золото из самых новых. Допустим, там кто-то из команды ящериц или там Китана и Денийская кровь. А может выпасть что-то старое и не очень интересное. Ну а вот 500 душ довольно полезно. Итак, нам выпадает классический смоук. Этого персонажа не было на этом слабом аккаунте. Теперь он у нас здесь есть, и это хорошо. Персонаж хороший, я же говорю, нам могло выпасть какое-то говно по типу там Дивор, рептилий каких-то вот этих скучных, там ядовитые рептилии, или там Котальган, бог крови тоже. А нам выпал неплохой классический ниндзя. Так, далее 5000 монет и 500 душ, как все и обещалось. Остался последний из троих наборов, это у нас самый простой наборчик такой. Здесь тоже падает золотой персонаж случайный и 5000 монет. То есть уже душ здесь не будет, но все же шанс на даже на самых новых золотых персонажей здесь есть. Ну так, дайте Китану уже Денийскую кровь, правда. Че мелочиться, давайте самое крутое. Нет,
нам дают практически самое хреновое. Это у нас VIP Джонни Кейдж, это персонаж из набора за 150 душ. Но я имею в виду, что если вы будете открывать золотой набор за 150 душ, то вот этот вот Джонни Кейдж там может часто падать. Персонаж откровенно слабый. Это не то, что я хотел. Вот классический Смоук и вот этот Джонни Кейдж, это просто это небо и земля. Если мы будем сравнивать. А мы, конечно же, будем сравнивать. Но это еще не все. Мы открыли три абсолютно бесплатных, эксклюзивных набора, которых нет ни у кого, но у меня они были доступны. Что же мы теперь сделаем? Ведь у нас какая цель? У нас цель прокачивать этот слабый аккаунт. Теперь мы будем открывать вот этот набор Scarlet из МК-11. Начинаем с 5 наборов. Я напоминаю, что здесь шанс у нас 10%. А кто смотрел предыдущий ролик, то этот набор очень неплохо нас порадовал своим дропом, несмотря на небольшой процент выпадения алмазок. Итак, начнем и посмотрим, что же нам сейчас выпадет из 5 наборов. Конечно же, мы откроем через пропустить все. Итак, с 5 наборов мы получаем откровенное дерьмо в виде ядовитой Деворы и еще 4 золотых персонажа. Остальные нормальные, но Девора не в счет, как вы поняли. Так, ну теперь я хочу открыть уже сразу 10 алмазных наборов. Я вот не помню, на этот аккаунт Sub-Zero выпадал. А, да, кажется, выпадал, наверное, даже в предыдущем ролике. Но все же, эти персонажи МК-11 у меня прокачаны очень слабо на этом аккаунте. Поэтому, если выпаду слияние, это будет отлично. Итак, за 10 наборов мы выбиваем Sub-Zero. Я только сказал, есть ли здесь Sub-Zero. Вот он выпал. Он выпал на первое слияние, и он нам напоминает, что я уже здесь был, теперь я прокачиваюсь. Неплохо. Так, ну а теперь давайте откроем вот этот набор. Чем этот набор, можно сказать, интереснее? Ну, персонажи здесь, само собой, другие. Этот набор стоит дешевле, и здесь намного выше процент на выпадение алмазных персонажей. Здесь у нас целых 18%, то есть это на 8% больше, чем в том наборе. Итак, мы сделаем так же. Мы откроем 5 наборов сразу через пропустить все, а потом откроем 10 наборов через пропустить все. И сравним, какой из двух наборов МК-11 в этом ролике даст нам более лучший дроп. Итак, 5 наборов МК-11 за 375. Мы не получаем ни одного алмазного персонажа. Вот, кстати, я вам говорил, да, вот за персов, которые есть в наборе золотом за 150 душ. Так вот, в этом наборчике МК-11, если вы не выбиваете алмазку, вам падает перс из набора за 150 душ. То есть ниндзюцу, скорпион, великий мастер Саб-Зира, вот это вот позорище и Кэсси Кейдж, секретный агент. Вот этих персонажей вы можете выбить и прокачать через набор золотой за 150 душ. Если вам нужно, да, вот качать этих персонажей. Я не говорю, что в этом наборе все персонажи плохие. Здесь есть плохие персонажи. Но, допустим, тот же самый великий мастер Саб-Зира. Персонаж отличный. Несмотря на то, что, да, его можно так дешево выбить. Но это полезный персонаж. Из золотых персонажей это очень неплохой персонаж. Так как у него что? У него имеется воскрешалка. Это очень классно. 10 наборов, теперь 10 наборов, будет хотя бы одна алмазка. Нам выпадает 5 алмазных персонажей из 10 наборов. То есть можно сказать, что у нас практически 50% на алмазку произошло сейчас при открытии. Но это просто чудесно, у нас Джейд теперь у нас на первом слиянии, то есть у нас ее не было вообще. Теперь она сразу на первое выпала. А Кабал, значит, у нас был. Его выпало 3 карточки, он у нас на третьем слиянии. Отлично. Это, наверное, получится у нас сейчас самый прокачанный алмазный персонаж на этом аккаунте. Это Кабал МК-11. Давайте сейчас зайдем в коллекцию и посмотрим. Так. То есть по слиянию. По слиянию из алмазок. Вот.
Я хочу убедиться в правильности своих слов. Кабал у нас сейчас самый сильный алмазный персонаж, потому что у него самое высокое слияние на этом аккаунте. Так, а теперь я сброшу фильтры, и вот мы посмотрим, да, что мы за сегодня вообще выбили. Так, вот так. Вот смоук также, который нам выпал. Алмазка нам еще до Скарлетт выпадала на слияние, вот она тоже есть. Мне кажется, ролик получился достаточно интересным. Благодарю вас за просмотр этого ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Участвуйте в розыгрыше души алмазок. Ссылка находится в описании видео. А с вами был Даркикс. До свидания.